Магнитные головоломки набирают все больше и больше популярности. В этом видео я расскажу, как правильно замагнитить и настроить почти любой кубик 4×4. Для начала нам нужно отсортировать детали. Все ребра и углы нам придется разобрать, для этого можно воспользоваться ножом. Намажьте внутреннюю сторону одного из ребер, бросьте в него магнит и приложите к другому ребру с магнитом. Намажьте внутреннюю сторону на ответном ребре и бросьте у него магнит к уже готовому. Все следующие ребра удобно делать относительно уже готовых, тогда полярности точно будут правильны. Альтернативный вариант – ставить магнит в уголок относительно магнитного стержня. Чтобы не спутать полярности, к стержню можно прикрепить бумажку. Реберный магнит сам станет правильной полярностью и правильное место. Теперь, когда все магниты на местах, головоломку можно собрать. Однако перед сборкой советую сжать пружины. Это заметно ускорит куб. Для этого нужно достать все пружины и сжать каждую из них буквально на пару секунд. Головоломку обязательно нужно смазать. Удачных сборок!